Чтобы пошло. Ну, как ведущий или погоды, или новостей. И что? Посмотрим, что он нам расскажет и что они вообще представляют на этой выставке. Нам очень это интересно. Можно запарю дубль? А нужно сказать, типа, добрый день, меня зовут, я... Нет, ты знаешь что, добрый день у нас будет потом, мы нарисуем это все. Дело... Приветствие смотрителям. Хотя у нас очень сейчас хороший дубль записался, и ты можешь сказать, добрый день. А, все? Говори. Добрый день. Да. Только и пауза сначала, чтобы мне потом это выпилить. Здрасте, это что? А, это световой меч. Это аналог Астер, что ли, русский? Ну, да, похожий. Так, отлично. Добрый день. Добрый. Первого, кого мы встретили на этой выставке, это был Сережа Самсонов, которого вы все прекрасно знаете. Все, погнали. Да. И я здесь случайно встретил своего давнего знакомого, Анопка, Владимира Яковлевича. О, ничего себе, да. Это прямо дополнительный. А, нет, все есть. Да, все есть, Володь. Поэтому все четко. Да, все четко. Все конфликт. И ребята вам расскажут. Очень интересно. Погнали. Ну все, ребята, отлично, поехали. Мы, во-первых, расскажем вам немножко о выставке. С Володей пройдемся здесь. А вот сейчас мы встретили Александра, оператор, и он нам сейчас расскажет краткий курс о камерах Ави. Во-вторых, Володя покажет вам свое оборудование, так как он является... Кем ты являешься? Техническим? Техническим директором компании ФСТ. Это российский бренд, который представляет оборудование для... фото и видеостудии. Отлично. Ну и хватит. На этом дубль закончился. Вот это мы обязательно снимем, покажем вам. Вы обязательно это посмотрите. Ну что, пойдем? Да. Отлично. Да, пошли посмотрим. Пошли. Вперед на выставку. Итак, на выставку.